Приветствую вас в этом видео. На связи Вячеслав Опилкин. Я рад, что вы проявили интерес к проекту Просто Гейм и готовы в нем не просто поучаствовать, но и хорошо заработать. И для этого мы подготовили для вас готовую воронку продаж. Давайте я вам покажу, как вы ее можете получить. Итак, поехали. Сейчас вы находитесь вот на этой странице, и здесь у вас есть два варианта получения доступа к воронке. То есть одну воронку сделал я. Другую воронку сделал мой коллега Евгений Ванин. Давайте я вам покажу воронку, которую сделал я. То есть здесь вы можете, перейдя по этой кнопочке, получить доступ к этой воронке. То есть это мой обучающий портал, где вам нужно будет зарегистрироваться, ввести имя, имейл, желаемый логин придумать, пароль и вот сгенерировать код активации. То есть после этого вы уже можете попасть внутрь, то есть нажав на кнопку «Зарегистрироваться». Я уже это делать не буду. Сейчас просто войду вам и покажу, где вы сможете найти эту воронку. Здесь у меня есть раздел «Полезные сервисы для работы». Переходим в эту папочку. И вот папочка есть «Готовая воронка Просто Гейм». Вы открываете доступ и начинаете изучать, то есть, все уроки, которые я здесь подготовил. В итоге вы сможете получить вот такую вот воронку, то есть у вас будет воронка сделана через сервис Sendler. Люди подписываются сюда, и потом им приходит серия из двух писем. Первое письмо им дается доступ к видео по проекту Просто Гейм. То есть они могут здесь его посмотреть, зарегистрироваться уже в проекте. И дальше через 30 минут им придет уже ссылочка на вот эту вот страницу, где они уже смогут получить доступ к настройке воронок. Этот вариант воронки подойдет, если вы привлекаете подписчиков из ВКонтакте. Например, сразу же приводите их на подписную страницу, и подписчик уже заходит в вашу рассылку через Sendler, ну, либо какой-то другой сервис рассылки ВКонтакте, и получает доступ уже вот к этим двум страницам. То есть обзор и доступ сюда вот. Вот, и для этой настройки вам потребуется хостинг, чтобы вы уже могли загрузить на свой хостинг вот эти две странички. То есть вот эту страницу и страницу с обзором. И есть второй вариант, то есть, который сделал Евгений Ванин. То есть с этой же страницы мы можем перейти в его обучающий кабинет. Вот здесь также вводим имя, фамилия, имейл, то есть придумываем пароль и входим. То есть у меня уже есть вход. Сейчас я покажу. То есть здесь у него есть такая вот ссылочка, просто гейм воронка. То есть переходим сюда, и здесь уже можно посмотреть уроки, которые записал Евгений. То есть здесь тоже подробные уроки по настройке. Вот, и его воронка состоит из, уже получается, двух страниц. То есть это подписная страница, но здесь уже есть возможность подписаться как на email, так и на ВКонтакте. И страничка, которую человек получит после подписки. То есть здесь уже тоже идет вариант настройки и регистрации в проекте Просто Гейм. Также он еще здесь добавил регистрацию в проекте 7 Booster. И здесь еще он добавил доступ к своей обучающей платформе. То есть вот к этой платформе можно будет сделать доступ через партнерскую ссылку. То есть это тоже как дополнительный доход. Так же, как и я сделал тоже к своей обучающей платформе доступ через партнерскую ссылку. То есть, настраивая вот эту страничку, вы сможете уже добавить вот здесь свои партнерские ссылки. Вот такие вот два варианта вы можете использовать. Но я советую настроить и рассылку ВКонтакте через Sendler, и рассылку через страницу, которую подготовил Евгений Ванин. То есть здесь вы можете сразу же поставить два варианта подписки и рекламировать, например, через какие-то базы имейловские. И можно будет рекламировать напрямую, например, если делаете рассылки через ВКонтакте. То есть вот на такую подписную страницу. Все, не буду больше отвлекать и задерживать ваше драгоценное время. Переходите по этим ссылкам, регистрируйтесь в обучающих кабинетах и начинайте настраивать свою воронку продаж. С вами был Вячеслав Опилкин. До встречи в моем обучающем центре.